Приветствую вас, мои дорогие друзья! Лето продолжается, и мы продолжаем вязать какие-то летние изделия. И у меня связался еще один вот такой вот летний топ с красивым волнистым узором. Посмотрите, как он классно смотрится. Вот такая вот красота получилась. Сегодня я вас приглашаю на небольшой такой экспресс-мастер-класс, в котором немножко расскажу, из чего вязала, как вязала, ну и некоторые элементы покажу, как вязала. В общем-то, простой топ, без вяжется по прямой, отдельными частями, отдельно перед и спинка, без всяких убавлений и прибавлений. На пройму я тоже ничего не убавляла, не прибавляла, просто прямо связала. И вот такой вот небольшой вырез горловины, все. Небольшой скос плеча и неглубокая горловина. Вот, собственно, и все. Узор можно вязать как в круговую, так и поворотными рядами. Ну вот, что-то мне захотелось вязать отдельными частями, поворотными рядами. И вот такой вот шов у меня боковой. Ну и плечи тоже я сшивала. Вот такие вот плечи получились. Так. Топ связан на размер 48-50, ну и, пожалуй, что даже на 52 подойдет. Такой свободный я вязала. Так, и сейчас скажу, из какой пряжи. Пряжа Лана Гата, Мило. Это 100% хлопок. Моточки 50 грамм, 125 метров. Цвет номер 8705. Вот такая вот пряжа. Сразу скажу по расходу. На размер 48-50, 52 у меня ушло 8 моточков, то есть 400 грамм вот этой пряжи. На 50 грамм 125 метров. Ушло, ну, практически без остатка, как говорится, тютелька в тютельку. Вот единственное осталось у меня от образца, я вязала образец. И вот еще такой вот небольшой вот кусочек пряжи. Вот все, что осталось. Вязала я спицами номер 3. Спицы номер 3. Но если вязать спицами потолще, то расход будет, соответственно, меньше. Связала образец, и мне захотелось что-то, вот, чтобы поплотнее выглядел узор. Поэтому я взяла спицы номер 3. Но уже пока довязывала, прям боялась, что вдруг не хватит. Ну вот, уложилась. Так, обязательно понадобятся маркеры, иголочка для выполнения плечевых и боковых швов. Такой иголочкой я пользуюсь. Ну и, собственно, ножницы и больше ничего. Так, узор. Схему вы видите на экране. Также я оставлю ссылочку на схему в описании под этим видео. У меня есть статья, и там подборка волнистых узоров. Вот там, в самом низу, вы увидите вот эту схему, вот на этот узор. Как вяжется этот узор? При поворотном вязании по изнаночной стороне, то есть каждый второй ряд вяжется изнаночными петлями, а при круговом вязании каждый второй ряд вяжется лицевыми петлями. Нечетные ряды по рисунку, по схеме, а все четные ряды, значит, при поворотном вязании изнаночные петли, при круговом вязании лицевые петли. Вот, собственно, и все. Так, сейчас я немножко вам покажу, скажу по размерам, чтобы, если вы будете вязать, то ориентировались на по петлям, что я набирала. Так, в ширину 55 сантиметров у меня получилось. Это уже после ВТО, после всего одевала уже. И как бы пряжа после стирки, она, хлопок, как правило, она дает небольшую усадку, но при использовании она приобретает как бы первоначальный вид и немножко как растягивается. Вот, так что, ну, практически без изменений. Ну и в длину, если измерять вот по плечу, по наивысшей точке и до этой точки, получается 60-63 сантиметра.
Так, низ получился такой вот волнистый, потому что узор волнистый. Так, до проймы я вязала, значит, вот 30-37 сантиметров. Вот так вот, если измерять. Так, высота проймы 20 сантиметров у меня. Так, по горловине, ширина горловины, сейчас скажу, 20-23 сантиметра. И глубина горловины, это вот по спинке 4 сантиметра. И по переду где-то 9 сантиметров она получается. Вот примерно так, 9 сантиметров. Такой небольшой вырез я сделала. Не стала глубже делать, как бы все нормально. Пройму я, когда провязала вот 37 сантиметров, дальше я как бы вязала также прямо и край обрабатывала сразу, чтобы без дополнительной обработки край вывязывала, так чтобы без дополнительной обработки. Вот так вот смотрится, как бы закончено, завершено все, то есть дополнительной обработки никакой не требует. Ну и горловину закрывала самым простым способом, тоже дальше покажу, как это делается, такой самый-самый простой способ. Вот. Ну вот так, в общем-то, вкратце я вам рассказала. По плотности вязания. Плотность вязания у меня 23 петли на 35 рядов, равно 10 на 10 сантиметров. Так, я набирала 138 петель. Раппорт узора состоит из 17 петель. И у меня вышло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов в ширину. Вот кому интересно. Так, сейчас скажу, сколько высоту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раппортов высоту я провязала до проймы. Ну и от точки проймы до плеча еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов. И потом начала уже формировать скос плеча. Вот. И вот что у меня получилось. Ну и сейчас немножко покажу некоторые элементы. Вот такой топ получился у меня. Итак, начинаем с того, что набираем необходимое количество петель. Я на спице номер 3 набрала 138 петель с учетом кромочных. И один ряд провязала лицевыми петлями. И затем продолжила вязать непосредственно волнистым узором по схеме. Вязала на высоту до проймы, то есть у меня провязано 36 сантиметров. Так, и вот с этого момента я покажу, как я вязала дальше. Итак, вот такая красотень у меня получается. Я провязала длину, так, 36 сантиметров. Ну, вот считать, если считать вот по этой точке, не по уголку, а вот по этой точке 36 сантиметров. В принципе, длина до проймы мне будет достаточно. И дальше. Дальше я продолжу вязать также прямо, только по краям я добавлю по одной петле. Или даже по две, наверное, петли. Для чего? Для того, чтобы мне сформировать пройму. Вырез проймы я делать не буду. Здесь у меня планируется спущенное плечо. И чтобы мне потом не обрабатывать пройму, я ее продолжу вязать также прямо. И добавлю по 2 петли я добавлю. То есть у меня будет методом I-cord закрываться пройма. Так, первую петлю я снимаю. Так, как здесь добавить? Ну, вот, скорее всего, что я из протяжки добавлю одну петлю. Так, следующую я провяжу. И, наверное, вот из этой протяжки я добавлю еще одну петлю. Вот так у меня получится кромочная, и 2 петли я добавила.
То есть из трех петель такой как бы рулик будет получаться. Ну а дальше я провязываю до конца ряда все петли, и в конце ряда я тоже прибавлю 2 петли, и потом покажу, как я буду вязать дальше. Вяжу до конца ряда. Так, я довязала до конца ряда, и здесь я тоже сделаю прибавление. У меня осталось 2 петли. Вот первую из этой протяжки, потом провязываю лицевую, и вот из этой, так, и вот из этой стенки, так, и последняя кромочная. Вот таким образом я прибавила тоже 2 петли. Так, и дальше по изнаночной стороне я снимаю первые 3 петли, это кромочная и 2 петли, вот эти вот 3 петли. Ниточка остается перед работой, хорошенько подтягиваю, и дальше уже продолжаю вязать по рисунку до конца ряда, вот так. И далее в начале и в конце ряда кромочную мы будем провязывать лицевой петлей, и первые 2 петли, они у нас не входят в узор, мы провязываем лицевой петлей. И в конце ряда также у нас будет, оп, так, и в конце ряда у нас также будет последние 2 петли и кромочную мы провязываем лицевой петлей. Это по лицевой стороне. По изнаночной стороне мы в конце ряда первые 3 петли снимаем, не провязывая. Нить остается перед работой. И в начале ряда тоже так же по изнаночной стороне. Остальное все вяжем по рисунку. Дальше у меня начинается рисунок, и я уже продолжаю вязать по рисунку. Тут у меня по 2 петли вместе. И вяжем дальше. Необходимую высоту проймы где-то 20-21. Я буду смотреть по количеству пряжи, чтобы у меня хватило пряжи. Итак, что у меня получается? Показываю. Я провязала пройму. Вот так она будет выглядеть по изнаночной стороне и по лицевой. Больше здесь я ничем не буду обрабатывать. Так, и высота 20 сантиметров. Так, вот высоту 20 сантиметров от маркера я вязала. Далее я распределила петли. Так, сейчас у меня на спицах получается 142 петли с учетом вот этих вот кромочных. Здесь у меня 3 кромочные, и в конце ряда тоже 3 кромочные. Так, с учетом кромочных у меня 142 петли. Далее я перехожу к закрытию петель плеча и горловины. Так, на плечи я выделила по 44 петли, вот у меня маркером обозначено с той и с другой стороны, и горловина 54 петли. Так, плечи по 44, горловина 54. Так, плечи я разделила на 5 частей. Первая часть у меня 10 петель, включая кромочные. Дальше 2 части по 9 петель и 2 части по 8 петель. Так, по горловине 4, 3, 2 и 1 петля. Все отметила маркером. И дальше я буду формировать все это укороченными рядами. Сначала закрываю в начале ряда вот первые 10 петель. Затем провязываю петли плеча и горловины. Вот эти петли до последнего маркера. Здесь я делаю точку поворота. Вяжу до конца ряда. Вот до этого маркера. Закрываю следующие 9 петель. Провязываю до следующего маркера горловины. Ну и вот так укороченными рядами у меня сформируется вырез и скос плеча. Вот таким образом. Потом точно так же вторую сторону
я буду закрывать, то есть по закрытию горловины и плеч у меня есть отдельное видео, ссылочку оставлю в описании под этим видео, кто не знает, то посмотрите. Ну вот, в общем, вот так получается, мне нравится результат. Так, и вот здесь смотрите, здесь у нас три кромочные. Так, где у меня ниточка? Надеюсь, ниток мне хватит. Так, осталось вот совсем чуть-чуть. На плечи на должно хватить. Так, вот они у меня три кромочных. Ниточка осталась за работой по изнаночной стороне. Эти петли мы снимаем, не провязывая. И сначала рядом мы их провязываем. То есть первые две петли я провяжу вместе. Так, вот так, две вместе лицевой. И затем начинаю уже закрывать по одной петле. То есть тут все как обычно, обычным простым классическим способом. Провязываем петлю и закрываем петли вот таким образом. Так, до маркера. Это у меня первые 10 петель. Так, вот он у меня маркер, его я снимаю. Ну и дальше все продолжаем также вязать нашим узором. И сейчас я провяжу вот до конца, вернее, вот до этого маркера, и сделаю точку поворота вот на этой петле, которая после маркера. Ну и как я уже объяснила, потом закрываю следующие петли и так далее укороченными рядами. Ну и уже потом встретимся, когда я полностью закрою спинку. Итак, спинка у меня готова. Вот что получилось. Такой вот красивый низ. Так, горловина. Петли горловины я оставила открытыми. Петли плеч я закрыла. Потом я наберу уже по открытым петлям. Вернее, я по открытым петлям, потом я продолжу обвязку горловины. Ну и перед вяжем точно так же, как и спинку. Тоже количество петель прямо, без всяких убавлений, прибавлений. Здесь единственное, я добавила петельки для обработки вот края проймы, и все. Так, перед вяжем точно так же, как спинку. Так, вот перед у меня тоже уже почти готов. Осталось мне закрыть петли горловины и плеча. Ну и сейчас я расскажу, как я буду закрывать. Так, вот у меня маркер. Это я начинала вязать пройму. То есть я провязала высоту, так, сколько у меня здесь получилось, ну, считай, 15 сантиметров я провязала. Так, и у меня получилось, так, 1, 2, 3, 4 раппорта. Так, и мне еще нужно будет довязать один раппорт высоту и потом уже начинать закрывать петли плеча. Так, и вот здесь я начну вывязывать горловину. Тоже также я ее хочу оставить с открытыми петлями. Как закрывать горловину с открытыми петлями? У меня есть отдельное видео. Я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Можете посмотреть. Так, ну и здесь вот я разметила маркером. То есть у меня тоже количество петель, значит, по 44 петли у меня идет на плечи и 54 петли на горловину. Так, вот это вот у меня маркер отмечен плечо и горловина, граница между плечом и горловиной. Так, сейчас я начну закрывать укороченными рядами петли горловины. Так, вот это вот у меня серединка горловины, центральная. Центр, вернее. Так, и как я распределяла петли. Так, распределяла петли я следующим образом.
Так, как я уже сказала, 54 петли у меня горловина. Если разделить пополам, получается 1 половина 27 и 2 половина 27. Значит, закрывать я буду так. 1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 1 раз 3, 3 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле. Вот, и у меня как раз должно получиться, с учетом того, что я буду вывязывать еще скос плеча, то есть, ну, где-то здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 5 частей, это примерно вот, начиная с этой точки, 3 раза по 2 и 3 раза по 1. Вот примерно с этого момента я начну формировать уже, закрывать петли плеча. Вот так вот скажем. Так, ну сейчас как бы продолжаем. Сейчас я провяжу все петли, значит, петли плеча и петли горловины вот до этого маркера. Вот это у меня серединка, и первые 5 петель я их буду не довязывать и делать точку поворота. Затем до конца ряда снова вяжу по лицевой стороне, не довязывая следующие 4 петли. Так, вот у меня 4 петли, потом 3 петли, не довязывая, делаю точку поворота. Ну и вот так далее. То есть посмотрите видео, там все подробно показано, как закрывать горловину с открытыми петлями. Вот. Ну а пока я продолжаю вязать. Также все по рисунку. И закрывать петли горловины. Итак, вот я довязала до первого маркера. Вот здесь вот я в расчетах маленечко вам неверно сказала. Вот здесь вот первое будет 1 раз 6 петель, 1 раз 6, 1 раз 5, 1 раз 4, 1 раз 3, 3 раза по 2 и 3 раза по 1. Вот так. Так, я довязала вот до первого маркера, у меня осталось 6 петель, не довязывая. 1, 2, 3, 6. Так, маркер я снимаю, и здесь я делаю точку разворота. Делаю я это так, то есть вот эту вот петлю я обвиваю таким вот образом, переворачиваю и вяжу по изнаночной стороне. Все по рисунку. Вот таким образом. Затем я буду не довязывать до следующего маркера. То есть 5 петель, потом 4, 3, ну и так далее. Вот по этой схеме. 1 раз 6, 5, 4, 3 пробывающие. И вот так я буду формировать вырез горловины. Так, вот петельку обвели. Ну и дальше продолжаем также вязать. Тут у меня все изнаночными петлями. Вяжем до конца ряда. И потом следующую тоже так же. Вот до следующего маркера. То есть видео есть, посмотрите. Там все подробно показано. Так, ну вот. Спереди у меня тоже готов. И теперь осталось выполнить плечевые швы, боковые. И немножко обработать горловину. Вот этим мы сейчас и займемся. Так, одну сторону я уже сшила. Вот такие вот плечевые швы у меня получились. Здесь все еще разгладится и будет ровно и незаметно. И боковой шов. Вот такой вот он тоже ровненький получается. Вот такой рубчик по изнанке. Ну, сейчас я покажу, как я все это делаю. Так, начнем с плеча. Так, много разных способов, кто как. Так, я начинаю обычно вот от края плеча по направлению к горловине, чтобы если где-то что-то, какой-то перекос, то здесь можно выровнять, а здесь уже придется переделывать. Так, ну, закрепили ниточку, и дальше я
сшиваю таким образом. Так, вот петля в петлю. Вот она у нас идет петля. Так, вот она идет петля. Вот. Вот это. Я подхватываю правую, левую стенку одной петли и правую стенку второй петли. Тогда она получается ровно и красиво. И дальше на другую сторону перехожу. Так, тоже левую и правую стенку подхватываю. И так вот поочередно, петля в петлю, я соединяю. Тут не надо спешить, все так, не спеша, аккуратненько. Получается ровно и красиво. Вот таким образом я выполняю, вернее, соединяю плечи. Вот так получается. Вот так, незаметный. И тут вот такой небольшой рубчик получается. Все ровно и аккуратно. Ну вот, второе плечо у меня тоже готово. При сшивании старайтесь сильно не затягивать, чтобы здесь вот не было сильно стянуто, оно все будет ровно и аккуратно. Так, и осталось нам выполнить боковые швы. Сейчас тоже покажу, как я их выполняю. Тут у меня уже сшито и осталось маленько. Скрепляю маркером, чтобы все здесь выровнять. Это вот у меня пройма осталась. И вот тут осталось мне сшить маленько. Так. Тут прям стараться, чтобы рисунок совпадал. Вот эти вот полоски. Вот. Вот таким образом я сшиваю все по лицевой стороне. Ну и так далее. И вот так ровно и практически незаметно получается боковой шов. Так, и последнее, что нам осталось, это обработать горловину. Она у меня на двух спицах, спинка на одних спицах и перед на других. Начинаем от плеча, от любого. Я буду продолжать вот этими спицами, поэтому я начну вот с этого плеча. Так, ниточку берем и два ряда провяжем лицевыми петлями. Петли у нас уже на спицах, поэтому нам проще. Так, и два ряда, перейду на одни спицы, провязываем лицевыми петлями. Продолжаю вязать также спицами номер 3, теми, что и вязала. Один круг и второй круг провязываем лицевыми петлями. Широкую обработку я не буду делать, потому что у меня и ниток ограничено, вот все, что осталось. Поэтому сделаю так. Два ряда круговых провязываем лицевыми петлями. Так, провязали два ряда лицевыми петлями и следующий ряд вяжем изнаночными петлями. У меня начало ряда и вяжем полностью весь ряд изнаночными петлями. Итак, мы провязали один ряд изнаночными петлями и дальше закрываем все петли. При этом петлю провязываем также изнаночной и протягиваем через
петлю, которая у нас на правой спице. Изнаночная и закрываем. Вот таким образом. У нас вот такой получится край. Ровненький, аккуратненький и маленький. И так по кругу. Петлю провязываем изнаночной и закрываем. Изнаночная и закрываем. Ну вот, собственно, и все. Вот такая горловинка получилась. И все нормально. Ну вот и все. Мой топ готов. Благодарю всех за внимание. Буду признательна вам за лайки и комментарии. Пишите, понравился или нет. Не забывайте подписываться на канал, потому что на буквально вот сегодня-завтра выйдет еще один мастер-класс небольшой по вязанию еще одного летнего топа. Сегодня я с вами прощаюсь, всем пока и до встречи в новом проекте.